Грудь вперед. Грудь вперед. Все, медленно иди ко мне. Медленно, не спеши. Медленно. У тебя нет цели взлетать. У тебя есть цель медленно дойти до меня. Вот. Хорошо. Хорошо. Отлично. Разворачивайся. Становись. Разворачивайся лицом к крылу. Вот. И поехали. Коснулись ушком левым, ушком правым. Когда ты стоишь лицом сюда, не смотри на крыло. Ты можешь смотреть только на крыло, если ты вот наклонился вперед, вот так вот, наклонись вперед, наклоняйся. И через это плечо или через это. Смотри, ты вправо, вот наклонился, вправо, влево. Через плечо. И ниже наклонись, 90 градусов. Вот, вот так ты можешь смотреть через плечо, вот, пожалуйста. Вот это все, что ты можешь делать. И вперед. Как только ты стоишь лицом сюда, это единственный способ смотреть на крыло. Как только ты стал прямо и посмотрел наверх, ты разгружаешь, только по ощущениям тебе нужно это делать. Так что все нормально. Ну давай 30% я тебе сделаю сложение. Вот так. Хорошо. Не смотрим на крыло, не смотрим, смотрим на меня. А я же должен это. Нет, не должен. Ты знаешь, что у тебя 30% сложения. Ты должен по ощущениям работать. Нет, не смотрим на крыло, на меня смотрим. На меня смотрим, по ощущениям работай. Тебя должны чувствовать, ты должен чувствовать клевантами. 30% правая. На меня смотрим, на меня. Все. Видишь, не шуршит. Все, давление есть, все, что тебе нужно. Не шуршит, а может оно в галстуке? Все равно ты потом почувствуешь. В галстуке, не в галстуке. Ты почувствуешь, оно тебя потащит в одну сторону. Не смотрим на крыло, не смотрим на крыло, смотрим на меня. 50% правая. Пошел вправо, вправо пошел, отлично. Молодец, молодец. Молодец. Видишь, не справляешься, развернулся лицом к крылу, правильно все сделал, молодец. Я просто сделал тебе 70% сложения, а не 50. Сложил тебе так. 50 левая. 50% левая. Работай, 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 прокачивай, прокачивай, иди, иди влево, иди влево. И вперед, вперед, что назад идем? Давление давай в крыле, вот. Что тебя крыло тащит, и ты за ним идешь? Давай ему давление, нагружай, грудь вперед. Давай давление ему. Во, молодец. Отлично, 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 хорошо. Поворачивайся лицом к крылу. Отлично. Делай еще 180, твист, заворачивайся в твист. Отлично, хорошо. А клеванты, вот и работай. Я же специально тебе сказал. 180 через правое. Работай, работай. Назад, разворачивайся назад, как будет возможность. 360, 360. Отлично. Очень хорошо. Молодец, молодец. Молодец. 180, молодец. Не смотрим на крыло, на меня смотрим. Так можно, не смотреть по... Так можно, только по ощущениям. Тебе там смотреть нечего. У тебя грудная перемычка информирует и клеванты. У тебя все есть. Так, поворачивайся лицом к крылу, 180. 180, поворачивайся. Садись. Отлично, очень хорошо. Вставай. Не-не-не, мы не царапаем подвеску. Не скребем по камням задницей. Согни колени, упрись. Прокачивай клевантами. Еще. Еще. Ногами упрись. Правильно. Упрись ногами. Приготовь ноги, согни в коленях. Согни в коленях ноги, чтобы упереться и встать. Укороти клеванты, сделай один оборот. Сделай один оборот на руки. Миш, один оборот на руки делаешь. Один оборот укоротил и потом прокачиваешь. Чих, чих, чих. Ладно, не будем царапать. Все нормально, я пошутил. Что это, Мерседес, чтобы его не царапать? Делай 360, проворачивайся. 360 через правое плечо. Нет, нет, это левое плечо. Через правое плечо. 360. Молодец. 360 обратно.
Молодец. 360 через правое. Хорошо. Молодец. Вернись ко мне сюда, вернись сюда.